всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет. Сегодня мы приехали на монтаж теплицы, называется она Миклайдер, шириной 5 метров, длиной 6 метров. Разгрузились, приступаем работать. Очищаем конструкцию от полиэтилена, от защитной пленки. Началась постройка каркаса. Стоит у нас два торца, арки. Еще один торец, перегородка готов. Сейчас будем его ставить. Каркас теплицы практически готов. Осталось установить еще немного прогонов и закрепить к бетону с помощью анкеров. И начнем крыть. Каркас у нас готов, закреплен к бетону. Еще 4 прогона сейчас прикрутим и начнем крыть. Установлены уже уголки снизу. Одна сторона у нас покрыта, дальняя сторона. Сейчас начинаем крыть ближнюю. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, ставили мы теплицу по Миклайдеру шириной 5, длиной 6 метров. Пойдем смотреть. У нас получилось интересное в том плане, что она вроде небольшая, но еще умудрились поделить ее на 3 отсека. И получается у нас 2 перегородки. Все стоит на бетонном основании, все закреплено. В первом торце у нас цельная дверь, и в 2 перегородках у нас 2 распашные двери. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 25×25, краска полимерно-порошковым способом, цвет зеленый. Поликарбонат 4 мм, но 8-я плотность. Вот у нас верхние форточки, с ручным управлением они. Отсеки получаются 2×5 метров. Каждый под свою культуру. Все торцы у поликарбоната у нас защищены торцевым профилем, чтобы пыль, грязь не попадала. И на каждом торце есть резиновый торцевой уплотнитель. Также в каждом отделении у нас система подвязки по 2 нитки. Согласно расположению грядок, разместили мы их. Другого ракурса. На этом все. Ставьте подсверху, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.